name is Annie, and I'm writing for Guitar. День, когда я вот паду, может быть, духом, и уже не останется сил бороться и идти дальше, я открою письмо и буду видеть, что я не один, и это будет придавать мне силы бороться за свои права и отстаивать свою справедливость. I'm writing for you. Come to say,